слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Лосатый! Что с авиабазой? Прошла звонит, там уродов расплодилась тьма! Я тебе когда сказал, что там зачистник? А барахло ценное, особенно пушки, собрать и сюда привезти! Какого хера куча хорошего железа пропадает? Пацаны его там растаскивают, да друг другу морды пьют и не смотрят даже, что ты там смотрящим назначен. Людей нет, зашиваешься, не справляешься. Так ты прямо так и скажи. А если подписался, так давай предоставь. А то не ясно, ты за кого меня вообще держишь? Всем отбой, барон сказал. Thank you.
воды-то? Пока тебя не было, я тут немного разведал. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Давай вниз! Теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Что это там? А, шайтан! Фух, блин! Да, немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, то хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага, а вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай подсажу тебя. Сколько же тут народу живет? Пора
кажется, все. Ну, погнали дальше. Ну что, дальше только ползком. Йоль говорит, нефтяники местными вертят как хотят. Так что, давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Смотри, вода! Вон, видишь, машина? Я наверх и возле нее спрячусь. Ворота, похоже, из вон той башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Удачи. И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал.
Погони вроде нет. Анна, налево!
Мы супчиков этих отделали, а? Да, недурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого! Да, ну, значит, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много небел, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артём, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята! Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь! Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться?
Да пробовал. Не вышло. Он плату женщинами принимает. Артём, машина рядом с Авророй. Артём, мы... Слышь, Иваныч, а шланги-то не лопнут? Это же их тянуть через весь вагон, о как! Привет, герой! Привет, Артём! Ну, теперь дела на лад пойдут. Вода есть, прорвемся.